Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, продолжаем играть в Fable. В прошлой серии мы порешали большого Будона, показали ему, кто здесь папа, и несмотря на то, что его огромный жирный вес, он мне ничего не предъявил. Ты блин, какая компашка-то, а? Пыдыщ! Ну, им как обычно начхать. А, не-не-не, смотри, зашевелились. Но тут уже парни, ну, знаешь, ни рыба, ни мясо. Урона у них никакого. Не, ну ладно, я имею в виду жизни у них никаких. Ну что это такое? Два удара, а он уже копытится. Так. А, вон парни, их не волнует ничего. А, их волнует, видимо, когда я именно убиваю. Пипец, топор клевый. Такая машина просто. Пыдыщ. Оп. Оп. Тебе не нужен кто спину прикрыть? Да не надо. Не обращай внимания. Не волнуйся, все будет хорошо. Ну ладно, а этот мне хочет спину прикрыть, поэтому его я убивать не буду. Ты жив. Не, спасибо. Я сам свою спину прикрою прекрасно. А, вот этот еще бык у меня хотел, по-моему, да? А, он ушел. Вот это ты спас свою жизнь, сынок. Вот это ты вовремя ушел, я бы тебе сказал. Да закрой свой рот. Если бы ты не ушел, то я даже не знаю, я даже не ручаюсь, что бы с тобой произошло. Я думаю, все самое худшее, что могло произойти, произошло бы с тобой. Сейчас в своих комнатах в гильдии. Рад вам услужить. Что? Вы не в своих комнатах в гильдии? Не хочу тебя огорчать. Вы вообще-то в этом? В лагере бандитов? Плюс 82. Так, а что-нибудь пожестче есть? Может дубинку взять? Не, я хочу большой меч. Плюс 82 урона. А, да, мы сейчас в своих комнатах в гильдии. Он хочет тебя видеть. Чем я могу вам сегодня помочь? Что происходит? На, скушай курицу. Так, значит, надо сейчас оружие. Ой, какая мощная мощь. Перековка едва не погубила это оружие. Но не погубила же! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Все, берегись, любой живой народ. Это как эти, знаете, в магазинах, когда вы приходите в магазин, забыл название, как там их зовут, а, консультанты, во, консультанты, стоит подойти, они такие все ко мне сразу подходят, могу чем-нибудь помочь, во, видишь, могу чем-нибудь помочь, во, вот именно прям цитируешь, чувак, прям цитируешь, с языка сорвал, все, я пошел, дело свое я здесь сделал, еще там, на выходе, что, кто-то еще здесь есть, где, я тебя не вижу. А, вот там на проходе еще меня одеться просили. Ну ладно, ты вроде пацан был хороший. Поэтому живи. А куда мне нужно сейчас? Сейчас. Куда мне нужно сейчас? Оуквейл. И Чаптелю в корм какой-то. Знаете что? Я сейчас не туда хочу. Я хочу чищебный портал. Нет, наверное, холмово поле. Вот холмово поле. Из него я пойду назад. Помните тот квест, что... Мне нужно подраться с какими-то защитниками башни. Вот я хочу его выполнить. Если я это сделаю, тогда я думаю, он мне чем-нибудь хорошим меня наградит. Я не знаю чем, но я надеюсь, что чем-нибудь мощным. О! Вот всего день меня здесь не было, уже завелись какие-то странные существа. О, братья, куда ты улетел? Привет. Давно не виделись. Ауду иду. Оп. О, не, этот скилл, который я взял, он всех контрит. На раз-два. Охренеть, сколько бы я его бил с нормальным мечом. Кстати, да, притягивание работает шифтом. Теперь я это знаю. Если бы я без вот этого скилла, как бы я был? Я вообще не знаю, как бы я без него жил. Это вот такой же скилл, но он просто откидывает. Чуть пожестче. Ой, блин, не люблю фей. Их трудно поймать. Жирный, как поезд. Ай! Ты быстрее меня. Ну и что тебе твоя скорость поможет? Ничем она тебе не поможет, сынок. Хотя какой ты мне сынок? Какая-то жирная тварь. Жирная неведомая срань. Там какой-то пацан? Мне показалось. И тут что-то завелось многовато. Вот здесь? Нет, еще не здесь. Хоп! Неждан. Там сзади меня еще одно. Не, вот с ними драться вдвоем трудно. Ага.
Они улетели, они синхронно улетели. Там впереди кто-то файт устраивает. А кто впереди дерется-то? Это, наверное, бандиты с оборотнями, я думаю. Спокойно. Не волнуемся. Мне потом против них воевать еще придется. На. Ой, я им добивать теперь могу. Ой, какой шикос. Никто. Они меня даже не ударили. Кстати, вот с этим скиллом можно даже попробовать затраить задание на этот. А, это он торгаша прикончил. Можно затраить задание на то, чтобы без ранений пройти. Это реально, мне кажется. Хоп, врыв. Не думая, сразу. Жирного, самого жирного, короля. Выносим главаря. Бугор. Главный бугор. Ты никто. Все, отъехал. Так, вот это теперь дядька поменьше. Это его шаха. Йо. Не, ну если я получаю урон, то это сильно. Я хожу без шмоток. Ой-ой-ой, бойцовский клуб. И я прикончу. Весь опыт мне. Спасибо, спасибо. Это вы без меня не справились никаким раком. Ну, вообще молодцы, ребята. Неплохо так его зафокусили. Привет. Что ты мне можешь предложить? Рад вам услужить. Заморские усы. Ой, ирокез. И хвост. Я что, на девочку похож буду? Не, я боевой ирокез хочу. Переврати свои волосы в боевой клич. А, так ты парикмахер. Во! Вот это я четкий пацан. Что ты ржешь? Ты кто вообще? Это феечка, а как мне ее ударить? Ну, я ее никогда не любил. Я обычно мимо проходил. Она в меня еще какой-то чухной кидается. Буйная какая, а. Так, темнолесский форт. Я уже недалеко. Направо мне пока не надо. Двигаем, двигаем, двигаем. Продолжаем наше движение влево. Я уже недалеко. То, куда я должен дойти, уже близко, я надеюсь. Да, 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 да. Вот тут даже возможно. Нет, еще дальше. Здорово. А что, у вас тут раньше не было? А что у нас налево? Блин, столько мест, которые я еще не потравил. Что-то парень с мыслями собирается. Наверное, думает. Гигант мысли уровня. Гигант мысленного труда, явно. Что я какую-то хрень сказал. Да. Все, собачили. А что вот это такое? В дыре наверху что-то есть. Ну и что? Может, мне еще надо подрастить? Как-то все странно светится, вы видите? Не знаю, как там на ютубах это будет. Но у меня оно как-то очень-очень странно светится. Очень ярко, чуть ли не видно. Ну и как мне достать вот до верха? Дыре наверху что-то есть. Ну замечательно. И что? Может, мне надо удочку достать? Ну ладно. О, бандит. Ну что ты говоришь? Ты шутник, я посмотрю. Пошути мне еще, ублюдочный. Всего наилучшего вам, сэр. Спасибо. А это что у нас? Ух ты! Ух ты! Снять, взять, забрать, отдайте мне, пожалуйста! Вот это доспехи! Вот это доспехи! Блин, парень, иди сюда! Иди сюда, я тебя подкину, возьми доспехи! Ну ладно. А что вот это такое? Куда это ведет? Что это? Бордель открыт, уважаемые посетители. Бордель. Темнолесский бордель. Что-то знакомое. Ух ты. Огио, твою мать. Как же я молила богов, чтобы они послали. Твою мать, глаза мои, глаза. О, ну где же мои манеры? Меня зовут мадам Минжель. Добро пожаловать, блин, в легендарный темнолесский бордель. Залезь в какую-нибудь яму, спрячь там свою голову. Отрой себе норку и спрячь мне свою голову, я не хочу ее видеть. Натуральный оазис покоя и наслаждения среди суровых реалий этого мира. Да она еще и картавит. Оружие и заклинания здесь запрещены. Да я тебя руками голыми отмудохаю. Мужчины приходили сюда в надежде избегнуть своих горостей и так далее. Если это все такие, как ты, то... Короче, у нас тут своих проблем полон рот. Господин Перешок, тебе жира полон рот. Теперешний наш владелец, он как бы это выразится, в некотором роде жестокий самовлюбленный козел с садистскими наклонами. Он обращается с барышнями как с рабынями, если не сказать как с животными. А ведь многим из них... А тут я не был, когда я раньше перепроходил. Если бы нам отыскать купчие на наш бордель. Впрочем, наверное, тебе это не интересно. Пожалуйста, располагайся. Квесты есть? Если найду.
О, бугай. Мои поздравления. Спасибо. А с чем? Что-то у вас тут, по-моему, женщины не самого первого сорта. Что это такое? А, не, ну ладно, пошутил, нормально. Освободитель? О. Я госпожа Эдвига. Ты, но сначала... Не, пошла-ка ты в жопу. Все равно. Для Эдвига слабоват. Я тебя сейчас двину, Эдвига. Ну. О, привет, герой. Просто позвольте. Что же герой? 100 золотых! Дешевенькая бобина. Очень приятно, сэр. Я леди София. Я не дешево, но зато весь... Впрочем, ладно... 2000? А вот эта садомазана дороже. Вы должны с ней обсудить ваши расценочки, а то как-то ты не это. Давай за сотню. Вы ведь знаете. Не волнуйтесь, вот увидите, что я стою... Чтобы меня не забанят? Ютуб может не сгодовать. Ну ладно, если не сгодует, я вырежу, наверное. Расплатился, надеюсь? Ну, стал тогда вперед. Постель у нас тут одна, знаешь ли. Ты не подглядывай, ага. Еще. Что это? О! О, да. Еще. Я вижу, вам понравилось. Это все? Захотите повторить, приходите в любой. За это заплатил сотню. Хоть бы 300 давали, что ли. Не-не-не, трактористы не в моде. Не надо мне. Так, пойдем. Ты кто? О, добро пожаловать. Перещуп. Здесь лучшие... При наличии денег вы можете взять на пробу любой, так сказать, и последнее. Будьте осторожны со старой мадам. Когда она была моложе, ее рыжий шевелю... Так что вместо того, чтобы выпытывать мои тайны в постели, один раз ей это чуть не удалось. Но теперь я начеку. Хозяин тут я, и так тому и... Короче, этот пацан говорит, что... Кто? Он красавчик, а та баба говно. Здрасте, я Полли. Милашка Полли, со мной. Ой. Вам всего... Серьезно? Серьезно? Не-не-не-не-не, мадам. Мне кажется, я опоздал лет на 40. Ты от меня что-то хотел еще? Блин, хорошо, хоть она не предлагает свои услуги. Я б не выдержал. О, кстати, портал вдалеке. А, нет, это голова. А что ты хочешь от меня, голова? Подумаешь, разок-другой. Приходи, когда... Разок-другой? Что, мне всех отшпрехать? Денежки туда-сюда, пошустрее. Го. Какой-то невероятный. Ну ладно. Денег у меня просто пока нету на то, чтобы набираться опыта. Не, можно, конечно, ту за 50 голды взять. Я думаю, она меня всему научит. Всем премудростям. Но мой организм не готов к такому напору опыта. 15 ключей. Не жирно ли? Так, бандиты резнулись. Хоп! Ай! На! На! Бойцовский клуб, сынок! Ты никто! Все, теперь одеваемся и продолжаем нашу потасовочку. Ты что делаешь? Так, пацан, ты говно. Напрасно ты его ударил. Лучше бы ты его не бил. Не бил бы, я бы тебя не трогал. Где-то здесь должна быть голова. Куда делась голова, я не понимаю. Блин, и манна. Манна не уходит вообще никак. Вы гляньте. Я могу спамить только так. Кстати, скиллами надо спамить побольше, потому что манна-то она стоит. А, я могу так с ними бегать. Ай. Вот же, блин. Ой, бандитов подбило. А, не бандит. Это торгаш. О, почему этот сундук не обутал? Странно. Должен был обутать. Гагат. Гагат. Наверное, камень Леди Хаги. Леди Хага. О, бандюги. Опа! Там, он там, где? Кто щенок? Я такой резко к нему подлетаю. Кто щенок? Конечно. Разве может быть иначе? Так. Добби, опять ты? Носок не дам. Добивалово. А, стоп, это не того добивалово. Ну, теперь это точно добивалово. Так, теперь осталось поговорить с этим и посмотреть, что он там от меня хочет. Что за пацаны у тебя там? Давай, погнали.
сразу всех. Это твоя стража. Как ты измельчала, стража. Ваншоты прописываю, как так и надо. А, стража спавнится, ее больше. Но в любом случае это не очень. Ты-то что пришел? Ты похлопать мне подошел? Лучше помог. Не, ну стража... На, подлетаем. Продолжаем наши попыточки. Оп, ты отбил мой удар с одной стороны, а как насчет сзади? Я тебя не трогаю. Не, ну то пока, вот теперь ты меня бесишь. Ой-ой-ой-ой, а вот это опасно. Не-не-не-не-не-не-не. Так-так-так-так-так. Хоп, хоп. Блин, какой это хороший выбор был. И добить. Эй! Ты мне тут сзади влететь пытался. Вы видели? Ой, как хорошо я заюзал скилл-то, а. Это, походу, они пытаются собраться с мыслями, я не знаю. Это... А, да, после этого они начинают как резаные махать молотком своим. Ай, прессанули, ай, прессанули. Выйти из заточения. Что вы все сюда приходите? Мне тут, между прочим, не самое приятное это. Время, а вы ходите и хлопаете мне. Ай, 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 ай. Прекратите. Странные люди. Не медитируй мне тут. Ты победил моих стражей. Это было нетрудно. Скажем честно. Это было совсем нетрудно. Темнолесское святилище. И что ж ты хранишь, темнолесское святилище? Ой, музыка, музыка, музыка. Мне нравится эта музыка. О, синий гриб. Я не могу его взять? Темный волшебный. А, это мага темного девушка. Понял. Блин. По этой музыке я реально ностальгирую. Она, ну, я раньше, еще когда играл, она мне запомнилась. Черт, аж уходить не хочется. Ну ладно, придется. Выбора-то нет. Выбора нет. Ого. Я, конечно, понимаю, что ты не рад тому, что я зашел туда. Но и настолько же, что прям с полхода влетать мне. Красавчик, бомби своих, правильно. Уворотик. Уворотик. Козырно все сделано. Прям работа маэстро. И по спиняке бдымс. Нет? Нифига! Не будет такого. Нет, блин. Так, куда мне дальше двигать? Я думаю, на базу. С базой разберусь. У меня чаптель какой-то этот. Слушай, а мне все равно... Меня тут уже недалеко. Давай, наверное, дойдем. Мне там уже недалеко до поворота направо. А что мне там нужно? Что от меня хотят? А, я ж могу и что вернуться. Вот это постанова. Слушай, по-моему, нас тут это... Списали. А! А-та. Оп. Есть, есть, есть. Не волнуйся, все со мной хорошо. Ты что, конкретно только за мной следишь? Опыт ко мне, опыт. О, да. Столько опыта. Кто там дальше? Еще бандюги. Новая партия мяса отборного. Поворачиваем. Проходим мимо. Обрабатываем этих. Лучника, лучника надо. Ой-ой-ой. Жизни мало. Все, теперь все нормально. Так, парни, 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 полегче. На! Он думал меня ударить. Наивный. Наивный, наивный пацан. 10 опыта. Ну, так себе. Не сильно много. Стоп, это случайно не вот этот выбор? Мне не сюда надо? Не-не-не, не сюда. Здорово. Так, то есть мне надо сейчас набить себе этого. Уворотик. 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 Я набью себе боевого множителя, если буду бить без получения урона. Так, так, так. 11. 11 боевого опыта. Это должно быть тебе хватать.
прежде, чем я... Да ну. Блин. Какой ты жадный. Ну там, наверное, что-то у него с мечами, да? С мечами связанное. Ну, я полагаю. Нет, не уверен, потому что вот того пацана, допустим, мы убили его стражников, но мне там все равно не меч дали. По-моему, я сейчас дойду все же до того места. Ого, тут торгашей. А я мог просто сюда тпхнуться. Чидуа. Худжидуа. Худжи... Все. Не, ну это реально шутка. Они ваншотом ложатся. Это же дети. За что я так с ними? Так, погоди. О, какой-то бык. Ну, тоже. Так себе бык. Так, все, я на базу. Гильдия героев. В гостях у Мейза. У меня там, возможно, задание. Что, я пешком бежал до гильдии? Оп. Вот это я бегун, марафонец. Так, значит, сначала привет. Поговори с Мейзом. А, ну, ты, как обычно, не особо разговорчивый пацан. Так, все. Ой-ой-ой, у меня опыта. Вы гляньте, сколько опыта. А что дает улучшение прыжка вот этого? Это заклинание, повышая уровень заклинания, ты увеличиваешь дальность перемещения. О, сильно. Возьму его на разулю. Излечение, кстати, тоже сильно. Но с жизнями у меня проблем нет. Поэтому я не думаю, что оно мне так уж нужно. Вот телосложение надо. И я хочу скорость еще. Я все же больше в боевика хочу. Ну и можно, наверное, если можно. Так, ренегат. Коварное заклинание действует только вблизи. Порабощая разум врага, делая его невольным союзником. Ага. Магический удар. Откидывание. Ну, так себе замедление. Крутая штука, но не особо. Зов — это призыв твари из преисподней. Я помню, я когда-то любил такие штуки. Там призывы всякие, там порабощение врагов. Было прикольно. Ну, теперь... Время прошло. С манной у меня проблем нет. Скорость мне не нужна. Жизни, жизни хочу. Вот, вот так вот. Все, я думаю, мне этого хватит. Я доволен. Теперь к Мейзу сразу. Притопаем. Что-то хочешь сказать? Вот сволочь! Ничему ее не учат. Вот ничему ему его, ее не учат. Опыт ее жизни. Учись, деточка. Правда? Ты думаешь, мне просто так не уйти, а я вот возьму его так, топ-топ-топ-топ. И через 3 минуты обо всем забуду. А, даже никто и не парится. Ух ты, мое здесь. Моя здесь статуя есть. Это, наверное, первый пацан. Это пацан пожой. А, вот это, кстати, два клинка. О, привет. Нет. Лол, деньги ему отдать. Не пошел бы ты домой, а? Мне с Мейзом надо поговорить. А, он наверху. Здравствуй. Я мимо. Мимо проездом. Итак, ты нашел свою сестру. Не думал, что она живет среди разбойников. Я тоже, если ты понимаешь об этом. За последние несколько лет ты сильно изменился, не так ли? Люди интересуются, когда увидят тебя на арене в Ведьмином лесу. Да хоть сейчас. Прежде чем ты вновь пустишься в путь, я дам тебе свое собственное задание в знак расположения. О чем пропал речь? Пропал один мой старый товарищ. Его называют археологом. Возможно, он ввязался в какую-то историю. Не исключено, что его жизнь в опасности. Ходят слухи, что он может прятаться где-то в Ведьмином лесу, если он еще жив. Об этом ты решил не говорить, ты мне мысленно передаешь, наверное, инфу. Ты получил новое задание. Это круто. Эй, порешай проблемы, а? Чувак, порешай проблемы, ты можешь. Меня прессуют. Меня прессуют, люто. Люто, бешено прессуют. А, в принципе, пох. Соник. Соник X. А, нет. Не надо, я боюсь. Вот и все.
какое-то недоразумение. Ну ты тварь, а? На! А. Я не граблю. Я просто мимо. Вот, блин. Так, у меня тут новое задание. О, пещера хобов. Бабуля, живущая в чащобе, жалуется. Коль жалуется, сейчас разберемся. Бей всех стражников и торговцев на холмовом поле? Вот это мне. Принять. Вот это тоже принять. И спасите трех торговцев, которые держатся. А, я их уже спас. Ну ладно, принять. Погнали брать обеды. Ну тут сколько там, наверное, минут 5-10. Я все равно сюда не скоро вернусь. Блин, а по времени там что, я не знаю даже. Многие задания, да, я уже давно их беру. Вы только мне об этом сообщили. Не-не-не, без одежды, вот без одежды мое. Сохранить жизнь разбойников. Нет. В течение 4 минут. Не использовать ни оружие, ни боевые заклинания. Ну, мне больше не интересно. Тут что, без одежды, конечно. Защитить мальчика. Не дать противнику ранить. Принести в жертву еще одного невинного человека. Убить обитателя пещеры. О каком обитателе пещеры? Ну ладно, убью. Тут что у нас? Ну, конечно, без одежды, само собой. При спасении торговца не убить ни одного разбойника. 8 минут. Ну и время давай. В бойне, и тут давай время. Все. И та-та-ри-та-та-пум. Что мне надо сделать? Надо мне, наверное... Значит, сначала начнем с задания про хоббитов. Хоббов. Для этого мне нужно вернуться сюда. Тут меня сейчас сразу принять попытаются. Но способность моя поможет мне в этом. Привет, парни. Нет, пока, парни. Извините, что побеспокоил. Я пошел. Здорово. Ну, стрелять вы все еще не умеете. А, и вот где-то... Вот, по-моему, здесь. Это твоя жена. Спасибо за новость. У меня, оказывается, есть жена, говорят. И вот сейчас налево, да? Ну ладно, ребят, я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. Удачи!